Линейки носимых устройств Samsung Galaxy Watch и Galaxy Fit отлично подходят для отслеживания физической активности. Тем не менее, Samsung также разрабатывает другую линейку продуктов, которая, как говорят, обеспечивает еще более высокую точность отслеживания состояния здоровья. Южнокорейская фирма работает над умным кольцом, которое может быть запущено под названием Galaxy Ring. Согласно сообщениям из Южной Кореи, Samsung уже разработали технологии отслеживания активности и здоровья для Galaxy Ring. Как сообщается, кольцо оснащено датчиком PPG, это фотоплетизмография, и ЭКГ, электрокардиограмма, для отслеживания сердечной деятельности и здоровья. Также сообщается, что точность Galaxy Ring даже выше, чем у существующих Galaxy Watch, поскольку датчики в кольце охватывают палец со всех сторон. Samsung подали заявку на регистрацию товарного знака Galaxy Ring в Kypris, это корейский поиск информации об интеллектуальной собственности, в феврале 2023 года, что означает, что компания может выпустить смарт-носимое устройство в будущем. Однако конкретных сроков запуска пока нет. Ожидается, что даже Apple выйдет на рынок умных колец. И Apple, и Samsung могли бы выделить свои умные кольца от существующих умных колец, таких как Aura, внедряя еще больше функций и более глубокую интеграцию со своими смартфонами. Поскольку смарт-кольца не имеют экранов и ненавязчивы, Apple и Samsung могли бы сотрудничать с модными брендами, чтобы продавать их более дорогие версии премиальным клиентам. Оба бренда уже сотрудничают с модными брендами класса люкс для своих смартфонов, Apple с Hermes и Samsung с Том Брауна. Так что посмотрим. Я считаю, чем больше гаджетов, тем лучше и интереснее. Так что вперед!